Да, ну я как, конечно, квартальная этого участка, благодарна за то, что нам дали ее первым долгом. А во-вторых, значит, нам еще хочется. Здесь у нас такой участок, как бы сказать, отдаленный, пустое место, дома далеко стоят. Нам бы надо, чтобы нашу площадочку огородили. Это очень даже просим. Кто обратит на нас внимание с руководителем, мы будем очень довольны и благодарны им за это. И песочком бы нам посыпать, чтобы детки тут не ломали ни ножки, ничего, чтобы все тоже было культурно, хорошо. Ну, смотрите, на Лесе Украинки вот все эти вопросы, их курировал депутат горсовета, там Павел Маслов. Вот он как раз... Ну, Маслов, а у нас депутат Онищук Юрий Петрович. Мы его только видим и знаем, что это Юрий Петрович. Не знаем, будет он, не будет нам помогать. Сказать ничего не можем, да, депутата. А ранее вы обращались к нему? Ну, обращались, конечно. Почему мы не обращались? Я обращалась не раз за всем. Ну, как-то пока еще помощи не видим мы от нашего депутата. Надеемся, что когда-то, может быть, даст Бог, приедет наш депутат к нам и поможет нам хотя бы в ограде, там чем-то, в каких-то еще мероприятиях. Но пока нет.